Всем здравствуйте, друзья, и мы начинаем с того же места, с которого мы закончили прошлый сезон. И теперь мы уже будем дальше. Сейчас переключиться надо. Сейчас поставлю день. Так, поставлю время. Поставлю восход. Все, восходик есть. Сейчас выйдет. Идем, как вы помните, у нас не хватило одного, как это, как у нас надо снимать. Опять еду. Так. Блин. Главное не забыть. Вот. Так, где она? Блин, сильно же надо. Только смотрите. Конечно, свинья. 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 Блин, отменяется. Отменяется. Ой, здесь, блин. Животных. Свинья вон такая неупитанная. Только одна была. Ах, новая свинья. Ах, новая. Мило, как свинья. Мне надо на легкий поставить. Блин, зачем я захожу? Нет, с легким не надо. А, вот легко. В следующей серии может быть нормально, может быть на легком останемся. Как мы будем уже продвигаться? Это хорошо. Надо много не рубить деревьев пока. Так. Так, вот так, да. Надо не забыть. Главное, все не забыть. Вот. А, там я видел лосось. Вот он, вот он. Блин, может почему-то. Надо мне... Ой, да. О, привет, тут свинка уже жила. Это ничего. Такую поляну. Моя родная овечка, иди ко мне, иди ко мне, я там уйду. Ну, это не то, корова, еще одна овечка, я, да, там, блин, я уже один, блин, я так стою, я так стою.
Глянем, в принципе, уже нет описания. Чё я так медленно? Давай. Чё я не ускоряюсь? Ускоряйся. Да, у меня еще камень. Ладно, я как раз помощником идет. А ты, матушка, какие? Вот так нам надо сделать. Ну, по-моему. Вот вы видели, как он меня стал на стене, вы думаете, вы его не можете найти, потому что я его купил, то есть не купил, а в Майнкрафтовском магазине нашел, там он был бесплатный, вы можете тоже найти, поищите там, покопайтесь в свой магазин и найдете. Интересно, куда иду? Если не туда, я не знаю. Вот он проход, и я уже нашел. Там наконец где он. Вот он, мое жилище, да. Да, кстати, надо еще окно сделать. Надо песок нам сначала найти, чтобы сплавить. Сначала чтобы песок применять. Печка, печка не все сделать. Я наконец-то я хочу кушать. Кушать, да. Да. Все, а теперь нам надо заделать. Сейчас мы заделали. Сейчас мы ставим верхничок наш. Верхничок наш так ставим. И сделаем, конечно же, нашу печку. Так, печка. Печка, печка. У нас она печка. Одну печку сделаем, сюда поставим. Да, и конечно же уже начнем так угол, и я его пока поставлю. А сам я так надо факел. Да, в принципе, это все. Один факел хотя бы все. Хватит. Так, давайте уже покушаем.
Ой, наконец-то покушал. Поставил на двери один. Отсюда. Отсюда. И эти на верстак. Вот такой у нас будет декор. В принципе, уютненький домик. Надо его чем-то поднять. Так, надо сделать лесенку. А, сундук-то, конечно, вообще. Как же без сундука? Сундук мы поставим его. Ну, здесь я буду кровать, потому что чтобы печка была. И сюда я поставлю сундук и сложу, что мне не нужно. Во-первых, мне не нужна дверь. Это я завтра. Надо сейчас, как наш там поживает. А, все, синий. Поставим вот это пока. Давайте уже поедим. Да. Или кровать. А, вот она, белая кроватка. Все, и поставим у печечки. Так, что мы пока еще ставим вот это, вот это, вот это, вот эту полку. Нам надо будет назад, это нужно, это уже позже. Ну, а, это вот она. Да, в принципе, наши полки. Давайте возьмем. А, так, забираем. Вот это. А, как бы надо пожарить, пока не. Пока не всяко. Все. Давайте я засуну. Блин, скер какой-то такой возьму, да. Отлично, скер. Ох. Так, все. А, вот как раз копать. Ну все, я иду копать. Вот. Фаербол. Все, не, ну все. В принципе. А, сейчас много надо пробовать. Сейчас я еще лесенку. Все дело, нам нужна лесенка. Там поставить. Еще так же нам нужно еще один верстак. Там на всякий случай. И печка тоже нам на всякий случай нужна. Все, ребята, я поспал, и, наверное, в следующую серию я уже пойду туда. Я пойду в следующую серию на шахту.